Самый популярный развод в шиномонтаже – это правка диска. Цена за одно колесо доходит в среднем до 2500 рублей. Так, за 4 доверчивый автовладелец рискует отдать все 10 тысяч. Процедура недешевая. А убедить клиента в том, что диск замят, очень просто, говорит владелец мастерской шиномонтажа, который в этом бизнесе почти 20 лет. Этот диск подкладывается в привалочную плоскость диска к станку. Можно что-нибудь кончиком подложить, скрепку, не знаю, гранулу отмойки, и от этого будет показывать биение диска. Совет в таком случае только один, говорит Александр. Перед тем, как дать добро на эту процедуру, съездить в другой шиномонтаж и лучше уже проверенный. Вторая услуга, которую без надобности любят навязывать нечистые на руку шиномонтажники, это посадка шин на герметик. Прямо это есть. Люди приезжают, спрашивают, спускало колесо, не спускало. Он говорит, нет, вот просто посоветовали. То есть на зимний период собирают на герметик борта новые шины и новые диски. Прок от такой процедуры никакой, говорит Александр, а вот кошелек заметно похудеет. Также в топ-3 развода входит неожиданное удорожание выполненных услуг. Например, изначально мастер называет автовладельцу одну цену, а после замены колес сумма значительно увеличивается. Чаще всего нечистые на руку шиномонтажники это объясняют тем, что снятие и установка колес стоит отдельных денег. Рекомендация здесь одна – обговаривать все детали до начала работ.